в своих торговых делах. Затем хлебали оловянными либо деревянными ложками щи на вершок салом, кушали гречневую кашу с редькой и отправлялись вместо кейфа. Ой, может быть, знаете, что такое кейф? У меня немножечко есть. Знаете, да? Нет? После обеденное наслаждение ничего не делали. Вместо кейфа, да. Вместо кейфа отправлялись ко сну праведника. Вот выбежись из тулуп с трех перин. А то есть огненный лежанки, словно после банного пара. У нас фото запрещено, а видео тем более. Пожалуйста.